Долгое время жители поселка Солнце Цельнинского района страдали от плохой сотовой связи. Чтобы дозвониться, им в прямом смысле приходилось ловить сигнал. Все изменилось в этом году. В августе в поселке установили вышку сотовой связи. В данном поселке не было вообще никакой связи. После того, как установили вышку Теле2, сотовая связь появилась везде. Век современных цифровых технологий – это сотовая связь жизненно необходима. Теперь сигнал в поселке есть везде. Жители получили качественную сотовую связь уровня ЛТЕ. Кроме того, появился и высокоскоростной интернет. Теперь школьники во время морозов или карантина могут спокойно учиться на удаленке, а взрослые без труда быть на связи со своими близкими. Да, все довольны. Как сказать, везде, говорят, он ловит. Даже в подвале, говорит, ловит он. Спасибо губернатору, конечно, за эту поддержку, что нас поддержали такое этот маленькое село. Ну, что хочется сказать, всем спасибо, кто его устанавливал рабочим, тем более. Установка вышек стала возможной благодаря программе устранения цифрового неравенства. Любой населенный пункт с количеством жителей от 100 до 500 человек при отсутствии или плохой сотовой связи может принять участие в проекте. Для этого необходимо подать заявку на едином портале госуслуги или же собрать подписи жителей. В этом году в регионе по программе установили 45 вышек сотовой связи. Мы продолжаем работать в этом направлении, и на следующий год еще 15 вышек по программе устранения цифрового неравенства будет установлено, а устанавливают их в населенных пунктах, где проживает от 100 до 500 человек. С 2021 года в регионе возвели 75 вышек связи, а это значит, что более 26 000 жителей получили качественную сотовую связь. Кирилл Савосин, Олег Тоньшин, Управда ТВ.